смел, смел. Птичка прорвал. Да уже хорошо будет перекрыли. 35 лет слышал. Или башкирская, или уральская. Может быть, загорелся фотка. Уральская. Ну, я встретил, я провел, пропустил пожарника. Можно объяснить обстановки сегодня? А в сегодняшнюю, я сегодня приехал домой в 9 утра. Печку растопил, слышу, бах, стекла вылетели. Попала с моей соседки. Слышу второй бах, той же соседки еще один снаряд. Где то? Вот шпала. Какая шпала? Шпала, пап, это шпала. Да? Это дерево, да. Под этой собой подарили. Ну тогда отлично. Да, вот, видишь, еще горячий, я песню хочу топить. 93 сантиметра. Вот, 93. Раз, два. Тут сфотографирую, что детей не было, посмотри. Досняли. Это тоже сегодня был? Да. Ой-ой-ой. Take care, Patrick. Хорошо, 2 минуты дома посмотрим. Хорошо, Сережа, есть еще здесь? Да, сейчас пойдем. Хорошо. Патрик! Could you sing for me? Sure. Хорошо. Окей, гайз. Да-да.